Вот они длинные. Второй. Ну, скорее всего, Ефесян. Не знаю еще пока. All right. Ну что, все зашли, желающие принести жертву Богу угодную, общение с братьями и сестрами. Заходим все. Царю небесный, утешителю души истины, и живездецы, и вся исполняй сокровища благих, и жизни подателю, приди вселися в ны, и очистины от всякие скверны. И спаси, блаже, души наша. Боже, милостью буди к нам грешным, прибудь с нами и благослови нас, Господи. На Тебя уповаем, даруй, Господи, нам истину, веру истинную. Даруй нам быть чадами Твоими верными, достойными жертвы Твоей кровавой. Господи, за все Тебя благодарим. Тебе хвала, Отец и Дух Святой. Аминь. 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 Сегодняшнее чтение. Послание к Ефесянам святого апостола Павла. Глава 2, стихи с 4 по 10. Пока придет дальше. 4 стих. Остановимся. Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас. Толкование блаженного Феофилакта Болгарского. Мы делали дела, достойные неумолимого гнева. Но Бог говорит, не просто милостив, но и богат милостью, и любовь от многой милости. Ибо иначе как бы мы, чада гнева, удостоились любви. Стих 5. И нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены. Толкование. Здесь окончание прежде начатой мысли, а прочее все вставка. Опять Христос посредник. И дело достойно доверия, ибо если начаток, первенец, жив, то и мы живы, так как Бог оживотворил его и нас, его в действии, а нас в силе теперь, а немного после и в действии. Вот необычайное величие силы его, именно, что он мертвых, сынов гнева, оживотворил. В этом упование нашего звания. С глубоким душевным потрясением он высказал это, изумляясь неизреченному дару Божию. Ибо не трудом и не собственными делами, говорит, вы спасены, но только благодатью. Ибо что касается дел, вы достойны были и наказания, и гнева. 6 стих. И воскресил с ним,
и посадил на небесах во Христе Иисусе. Толкование. Как потому, что начаток и глава Христос, говорю, воскрешен, и нас через Него Бог воскресил, точно таким же образом, если глава сидит, сидит вместе и все тело. Посему говорит во Христе Иисусе, то есть потому, что Он восседает, и мы восседаем, или же воскресил с Ним, должно понимать не о воскрешении, но об оживотворении через крещение. Как же после этого посадил? Если терпим, говорит, с Ним и царствовать будем. 2 Тимофею 2.12. И Христос говорит, сядете на 12 престолах. Матфея 19.28. И в другом месте, а дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано. Марка 10.40. Итак, это уже уготовано. 7 стих. Дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей, благодати к нам во Христе Иисусе. Толкование. Чтобы кто-нибудь не усомнился в сказанном, он старается сделать речь более убедительной, говоря, если не ради любви к нам, то по крайней мере из желания явить свою благость непременно это исполнит. Теперь многие не верят сему. В будущем же веке все узнают, что нам Бог даровал, видя святых в неизреченной славе. Что же касается выражения во Христе Иисусе, значит, не ко Христу одному относится сие, но через Него перейдет и на нас, как от начала ко всему. С Ним оживем, с Ним и воссядем. Так говорит великий Иоанн Златоуст в толковании на этот отрывок. А в толковании на Евангелие от Матфея говорит, что никто не воссядет тогда. Подлинно нужен дар Духа и откровения, чтобы уразуметь глубину этих тайн. Ибо если бы премудрый учитель Иоанн не сказал ясно, что мы будем посажены, то иной мог бы сказать, что во Христе мы уже сидим, равно как и то, что во Христе мы удостаиваемся поклонения от ангелов. Ибо не мы лично удостаиваемся поклонения, но так как наше естество, соединенное с Богом Словом, приемлет поклонение, то и на нас переходит эта честь. В этом смысле и говорит теперь, что и мы воссядем. 8 стих. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар. Толкование. Сказав о том, что касается Бога, именно что мы спасены благодатью, присовокупляет и то, что принадлежит нам через веру, чтобы не нарушить свободы воли. Снова как бы уничтожает это, говоря, что и вера не от нас, потому что если бы Он не пришел, если бы не призвал, мы не последовали бы. Как веровать, говорит, в того, о ком не слышали? Римлянам 10.14. Так что и вера – дар Божий. Или же иначе, на веру, не веру называют даром Божиим, а спасение через веру. Вот что есть дар Божий. Ибо пусть вера и наша, но как бы она одна могла спасти, если бы Бог не благоволил принимать нас ради ее, чтобы не совсем быть нам безучастными в деле нашего спасения, но являться привносящими нечто и от себя. 9 стих. Не от дел, чтобы никто не хвалился. Толкование. Это не значит, чтобы Бог отверг нас, имеющих дела, но что и тех, которые погибли бы с делами, спас благодатью. Так что после этого никто не имеет права хвалиться. Ибо слово «чтобы» выражает не причину, а последствия дела. 10 стих. Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Толкование. Чтобы ты, услышав,
что не делами оправданы, не стал беспечным по отношению к делам. Он говорит, что теперь после веры нужны дела, ибо ты создан во Христе Иисусе и стал новою тварью после того, как умер в тебе в крещении ветхий человек. И как вначале ты призван был от небытия к бытию, так теперь призван к благобытию. Ты создан не для того, чтобы быть бездеятельным, но с тем, чтобы делать и ходить в добрых делах, то есть весь путь жизни совершать в них, не 2 или 3 года, а весь путь твоей жизни. Ибо на это указывает он словом «исполнять». Ибо Бог предназначил к всему, поэтому нельзя уклоняться от этого определенного Богом дела. На добрые дела, не на одно дело, а на все. Ибо если будет недостаток в одном, нарушается добродетель. А Григорий Богослов выражение «созданы на добрые дела» понимал не в смысле создания в крещении, но относил к первому творению. Богу нашему слава! Во веки аминь! Так, напоминаем всем, что воскресенье заговорено на Рождественский пост. С понедельника начинается пост. И до Рождества Христова. Не забывайте. Наконец-то. Дождались, да? Дождались. Слава тебе. Утомились всего. Сколько слава тебе, измучились. Ну, что сказать вам? Со снегом у вас. Белый снежок, белый. И вам того же. Спрашивает, как он. У нас хорошо, говорю, все бело. Чистенько. Нигде никаких ни мусора, ни грязи не видать. Все беленько-беленько, куда ни ступи. Вот. Хорошо. Ну, значит, мы там решили собрать немножко для воинов теплых носков. Тетя Люба навязала, там я не знаю сколько, пар 12. Я одну пару связал. 50 лет не брал спицы в руки. Связал так хорошо, потом, ну, забыл, но ничего, связал две. Я, конечно, медленно вначале, вот, потом побыстрее стало. А тогда я в 5 классе учился, в 6-м. Я уроки делаю, читаю там все, литература, там эта история, сам это вяжу, уже не глядя мог это вязать все. Ну, ну вот так вот. Если кто есть такие, можете присоединиться к нам, да. Я решил, наверное, послать не здесь куда-то давать, а послать туда, в Ростовской области есть у нас хорошие знакомые, которые могут лично уже там, как бы сказать, передать туда, не разойдется где-то здесь уже. Таким образом, чтобы было это, ну, целевое, как говорится, назначение. А то здесь кто знает там. Ну, часто бывает это. Не будем говорить, что везде так, но бывает, что делали, оно не доходит и куда-то уходит. Даже он сообщается, собирает, показывает по телевизору, такой-то ребенок больной, и нужно там операцию делать, а денег нет, родители-то бедные. А все такие цены, я смотрю, за миллионы. И есть такая болезнь, там как-то мышцы, что-то это. Мышечная атрофия. Да. Представьте, одно лекарство стоит более 15 миллионов. Вот. Представьте, сколько. Вот. Ну, там 2-3 миллиона, 5 миллионов, которые редко, которые там тысячи, там за 100 тысяч, это редко такие там находят. А крупные суммы нет. И вот это, и сообщают, насколько если с верой принимать, сообщают, что некоторым, значит, собирают эти миллионы. Вот это большое самое это, здесь, в Алтайском крае, девочка одна была, сообщили, что вот именно ей было собрано эти миллионы, и, ну, вот это бы дальше... Оказали помощь. Ну, оказали помощь. Как дальше, ничего не сообщают, но оказали помощь. Помогло или нет? Да, вот этим лекарством. Представьте, более 15 миллионов. Соберут. 15, может, пока больше. Соберут. Вот. Вот такое, значит, бывает. Ну и говорят, что некоторые там это собрали, а не получили как-то. Сегодня мошенники так это... Вот. Я вчера пошел, значит, я пенсию... У меня на книжку, я, значит, я каждый месяц не получаю там, ну и надо было снять мне. Это, который выдает, говорит, вы для себя снимаете? Я говорю, никто вас не принуждал к этому, чтобы... Вы сняли, я говорю, да нет, никто, это я, это... А вам звонили, может быть, по телефону с банка, с какого там, или что, вот,
там что-то это. Я говорю, нет, никто не звонил. Точно? Я говорю, точно, никто. И она еще раз удостоверила, никто вас не принуждал, что вот вы сняли никто? Я говорю, нет, никто. Это нужда, просто нужно сегодня. Мне нужда есть для этого снять. Вот так вот, потому что мошенников много. Раньше говорили, что вот хорошо, переходите на карточки, это будет у вас твердо, что никто вас не украдет, ничего. А сегодня наоборот, на себе книжки редко может что-то украсть будет. Но найдут легко. А с карточек воруют только так. Знаете? Даже дети. Да. Ребятишки там, он сидит в лагере. В лагере там сидит он, пожизненно у него запрещено. А он оттуда, это, по телефону, там нельзя телефон. Но они там за деньги все, это по телефону. Он оттуда руководит, у него здесь, значит, банда, и они деньги снимают. Он в заключении сидит, а деньги снимают. Знаете, как это? Поэтому, когда целевое, оно лучше. Это. Вот. У меня в Москве есть знакомые, у которых ребенок Дауна. Но это ребенок, скажем, ему уже 14 лет сейчас. Это буйный, просто бесноватый такой, что его нельзя оставить дома ни на минуту одного. Нельзя. Это Светлана Майк? Да, Светлана. Мы у них когда были в Америке, неделю жили у них. Там, например, сейчас они приехали в Москве. И вот они, такое это понимаете, они где, ну там какую-то пенсию назначили по инвалидности площади, они все там лекарства, что окно было, это открыло на окно, а у них стулья такие твердые, как-то, ну, как стеклянное вроде бы, оно толстое стекло такое-то, спинка-то. Вон эти стулья давай в окно выбрасывать, а внизу там машины стоят, этими стульями по машинам там, теперь пришлось это все... Им за эти машины это сделали, теперь наглухо окна заделали, чтобы ничего не было. Вот такой вот ребенок, представьте, такой. Но, и они бьются, и все там, как-то успокоительные какие-то лекарства надо. Там возят его в какую-то школу, еще школа там, ну, чтобы немножко хоть как-то вы с ним там занимаются, он среди детей, может быть, как-то успокоится. Он вот такой буйный, и все. У нас была матушка и сестра Ольга. Но она спокойная была. Ее если не так не нервирует, то она спокойна. Она любила там Игнать это. О, Агнат, 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 мой папа, Агнат, мой папа. Там я с города приезжаю, когда ну, со службы. Она говорит, о, батюшка, живой вернулся, живой. Обнимает меня, целует там. Где она сейчас? Уже все. В этом году они вместе. Старшая сестра матушкина, она в одном месяце умерла. Вот. Разные бывают, а этот просто, он ничего не понимает, никак, ну, а сам здоровый такой-то парень-то. Я с ним пытался разговаривать, а он ничего, он даже, ну, не понимает никак. Представляете, как это, ну, ты побудешь и думаешь, как они, это, мать-то там это изводится. А отцу в пятницу сделали операцию какая-то, да, операция. Какая-то у него там что-то внутренняя, какая-то внутренняя рыжая, или что там было, что-то Михаил сделал операцию. Майку. Майку, но он его Михаил, как зовут его. Вот такие есть. Поэтому ищем, вот детям помочь. Я иногда помогаю целевым назначением, потому что видишь, как люди страдают, трудно им очень в этом. Это наши благодетели, мы с батюшкой у них там были. Я представил, что это вот у меня бы такой вот сын был, да что бы я делал, да, я не знаю даже, я думаю, по моим силам я бы, наверное, не знаю, выдержать бы это такое. Вот так вот, поэтому всегда, когда что-то сделать доброе дело, в добродетели покажите рассудительность. Так советует нам апостол. Рассудительность. Но они так, что сидят там, он еще на службу... Идут на службу, подают, он сидит еще. А со службы уже, когда выходит, он уже лежит пьяный, а шапка, и все равно бабушки бросают шапку на похмелку ему. Там тоже помощь, а как? Сейчас даже тогда, когда в 60-х годах мы ходили в храм в Покровске, тогда как-то более благочестивые были эти же поберушки. Был даже такой один, он придет, ну, плохо, ему подадут сколько, потом уже подадут. Он говорит, мне говорит, хватит, мне на сегодня хватит, больше я не беру, говорит. Только на день, сколько ему надо на питание, на день он берет, а больше нет, говорит, мне больше не надо. Вот такие были даже. Вот. А сейчас нет, сейчас они там это подсаживают специально, над ними кто-то главное есть, их там садят, они собирают, за ними следят, как они, чтобы там лишнюю копейку куда-то
Поэтому и в этом, что добродетели всегда нужно показать. Надо помочь болящим. Вот целевое назначение. Можно помочь. Скажи к себе, приложи, что у меня такой ребенок. И как ты будешь? Что делать? Надо и повезти куда-то его, и дома-то с ним. И когда-то куда уйти, кого-то соседку просить, чтобы она с ним посидела там. Вот это страшно все это. А для чего это бывает? Да, это я вам Златоуста в одной из бесед, он говорит, это для того Господь допускает, чтобы мы были более снисходительны, те, кто более как бы сочувствовали к этому. Для этого Господь и допускает это. Видеть, чтобы. Другой раз идет, смотрит, впереди идет человек. Каждый шаг ему с каким трудом дается. Он прямо, чтобы шагнуть, он весь и... Все у него это движется и тело, это и ногу он представляет, идет сзади, думаешь, а я хожу, обои, ноги. Ну хоть не так высоко уже поднимаются, но сами переставляются прямо. Понимаете? Рука, я поднял руку, нормально там слышу, вижу. А это вот строится Сергий Посаде, есть, наверное, единственный на Россию интернат для слепо-глухонемых. Дети. Слепой и глухонемой. И с ними занимаются там. Занимаются с ними. И для них как-то какую-то специально там азбуку составили. Вот они с ними. И учатся у них там, это в классе есть. Это представляешь. Слепой и глухонемой. Вообще как? Ничего нет. Вот такие есть еще больные. Так, то мне какие вопросы будут? У меня тогда привезу. Мед привезут. Он, мы, значит, сказал я ему, чтобы он сам привез пчеловод. Привез, перейдет сюда сам, значит. Вот. Договорились по 700 рублей. По 700, да? По 700, да. Ничего себе. Да. По 800. Договорились. Я там, видать, ошибся. Я думал, что он сказал 800. Я бы еще переспросил. Говорю, Геннадий Павлович, поскольку? Я говорю, по 700, говорит. Я говорю, у нас, понимаешь, у нас берут не... Что-то берут у нас, я говорю, бабушки, пенсионеры все берут. Берут для того, чтобы там зачихал, то выпить. И не каждый день-то яиц-то берут, то по банке. Ну, да я понимаю, ну вот и... С калиной. Вот. С калиной. А? С калиной. С калиной, да. А калина, говорит, я, мед, говорит, я без калины хорош. Понимаешь? Да, калина. Ну, калина там, сама себе значит, халявит. Когда он будет, он сам не знает, когда кто по пути приедет, там у него кто дети, внуки ездят, там это племянники, он привезет, сюда привезет. Я говорю, как будешь, это он мне, чтобы позвонил, я позвоню сюда, чтобы ждали, приняли там это. Мы Любовь Николаевне сдадим, чтобы она могла отдать. Да, все, что было, это ну, нет, видите, когда он привезет, вас никого не будет здесь. Не знаем как. Вы тогда вы так, что когда он привезет, то деньги никакие не давайте. Потом соберемтесь, и я через меня передадим. Да. Давайте так. Я, значит, соберете, когда я передам деньги. Скажите так. А то потом начнется это и будет нет. Значит, кто будете принимать, приняли и все. Скажите, батюшка рассчитается с Геннадием. Сколько заказывать будете? Ну, они список составят, сколько там, 22, что ли, банки? Да. Сколько? Да, по списку. 22. Ну, заказать, может быть, и... 22 еще то, еще. Может, по 700 рублей. А что? Банк очереди. Я тебе записала. 25 тогда. Вот запишите, 25. Одну? На меня 4 запиши. Ну, может, это 30. Делайте на 30 банок. Я так позвоню, 30 банок. Ставки растут. 30 банок. Так, какие еще вопросы есть? Нету, слава Богу. Ничего. Матушка, как? Да я хотел вас спросить, как мать. Я ее неделю не видел. Она что, не просит благословения выезжает? Нет, просила, поехала. Поехала. А ей дозвониться нет. Сколько звонил? В день раз по 10. Нет, не отвечает. Кизов идет. Ну так я уже узнаю, где она. Что позвоню, здорово. Живая, живая. Ну, слава Богу, живая. Начну говорить, она не та. Вот. Ну все тогда, понимаете, я поеду, мне надо больную попроведать. Спасибо, Христос Батюшка. Все, раз нет ко мне никаких вопросов. Дай Бог вам здоровья. Все. С какого времени этот мальчик находится здесь?
Батюшка поднял интересный вопрос. Тихо. Может, он к ней? Спросите у батюшки, он канушки едет, нет? Совершенно Анне Кручина едет. Нет. Я еще раз обращаюсь, особенно к пожилым. Татьяна Александровна, не уходите пока. Я сейчас приду. Батюшка поднял очень важный вопрос о мошенниках. Их столько сейчас развелось. И не далее, как вот на этой неделе, на прошедшей неделе. Мы столкнулись с этим. Звонит моей. Звонки такие бывают. Супруги звонит. Вот 40 минут назад на ваше имя оформлен кредит. 40, вот ровно 40 минут назад оформлен кредит. Представился кем? Техническим, то есть сотрудником технической поддержки госуслуг. А вопрос, а как можно поверить, что вы вот именно оттуда? Он присылает даже вам, присылает фотографии своего удостоверения. Минин такой-то. Там все, номер, все. Удостоверение, что он сотрудник госуслуг. Поэтому после этого он говорит, а вот я вам сейчас пришлю, значит, пароль, вы его мне сообщите, этот пароль. Он присылает, она ему говорит этот пароль. Ну и вот, и дальше уже пошла ситуация очень важная. Жди, когда снимут денежку. Да вовремя опомнились. И остановили это дело. Пришлось ехать в госуслуги, все там менять, пароли всякие. И потом ехать опять, сразу заблокировать карту пришлось. Счет свой пришлось заблокировать. И потом уже опять через Сбербанк все это восстанавливать. Так что имейте это в виду. Какой-то посторонний звонок, не знаете чей, не берите, не отвечайте, не разговаривайте, не вдавайтесь в подробности. Он вам такое навешает на лапшу на уши, что потом не разгребете. У меня круче было, вот Володя свидетель. Якобы из Москвы позвонил следователь, майор. Майор сказал, что чаще всего, да. Поймали человека, какой-то Беляев там, Виктор, что-то такое. И говорят, что он в Москве на ваше имя закладывает кредиты, 3 кредита. Будет выплачивать с ваших карт. Я говорю, не повезло им. Он, а почему? Я говорю, у меня ни копейки нету ни на каких картах. Я говорю, как церковная мышь. И я говорю, гол как сокол. Он не поверил мне. Ну, Володя был свидетель. Володя, а что ты с ним разговариваешь? Я говорю, давай до конца посмотрим, что он хочет. А там они, ну, не такая. Он причем таким тоном разговаривает. Ну, официально. Но, как будто я мобилизованный, и мне вот через неделю на фронт надо. Вот так. И потом, когда там уже все, он говорит, сейчас вот глядите, как поступим, я вам помогу полностью все правильно сделать. Он мне говорит, надо там обратиться в банк. Я говорю, ну хорошо, обращусь на этой неделе как-нибудь. Все, до свидания. Он, нет, подождите, не на этой неделе. Надо же вот прям, наверное, сейчас обратиться. Я говорю, ну и как это сделать? Говорю, он сейчас говорит, я вам помогу, как это сделать. И вы, говорит, трубку только не ложите. Сейчас, говорит, время пройдет, и вам из банка прям позвонит. Только трубку не ложите. Надо помнить, что банк никогда никому не звонит. Я положил трубку. Он тут же перезванивает, я такой взял еще раз. Я говорю, Володя, сейчас послушаем, что такое, заинтересовались. Он, вы положили трубку? Я говорю, ну как положил трубку? Нажал просто я вот это. Я же вам сказал, ни в коем случае этого не делать. Прям такой СС. Ты не успел ни с кем посоветоваться. А Володя говорит, давай Севастьяну позвоним, узнаем, что к чему. Я звоню Севастьяну, Севастьян говорит, следователи, говорит, так не делают, это, говорит, мошенники. Они, говорит, не могут, что позвонить, потом к
куда-то в банк звонить, там с банком, они, говорит, так не работают. И вообще, говорит, он по телефону бы, ну, все бы не так было. Совсем. Я говорю, ну, то есть мошенники, он говорит, однозначно мошенники. Ну и все. Так он сам сказал, ему 3-4 раза в неделю звонят такие. Брата наш. Да? С Москвы тоже? С Москвы. Ну, нет. Вот имейте в виду, очень легко впасть в искушение, ой, да. И потом будете плакать. У нас коллега горючими. 300 тысяч выплачивает. 300 тысяч на нее навешали. Вот так, ну, ночной звонок. Она к 5 утра опомнилась, побежала в полицию. Им сказали, а, невозможно, деньги ушли. Все правильно, оформила онлайн кредит, так же вот позвонили. Ой, такой кредит, там это, вот там то, вот сейчас придет смс, а она что-то с просони. Ладно, ладно, ей там пришло, отправьте, продиктуйте, не ложите трубку. Ну, можно же не ложить трубку и посмотреть, что там в смс-ке. Продиктовала, что-то сказала. Все пароли, все да, коды. Нет, и на нее имя оформляют там онлайн-кредит, им нужно данные ее забить, почти все знают, имя, отчество, там даже паспорт может быть. А дальше только вот теперь вы должны подтвердить, что вы действительно хотите взять это. А они там все вводят в компьютере быстренько. И она им все продиктовала, они на нее кредит оформили онлайн. Тут же эти деньги сняли, перевели на защищенный счет от нее уже. И она потом раз что-то зашла, денег-то ноль. То есть она их взяла, зачем, потом отправила. И, короче, в банке полгода разбирались, а платит. Сказали, все равно плати. Ты их официально признала. Ты их признала, ты согласилась взять этот кредит. Будь добра, теперь выплачивай. Банки здесь ни при чем. Они и все. Они звонят. И выплачивают, второй год уже платят. А я говорю, паспорт знаешь, все не знаешь. Да, домашний адрес называют. Да, я знаю. Только скажите, если какой ваш этаж, знаю, чтобы мы подняли нам кто-то Так, ну о болящих. О болящих. Валентина Павловна звонила. Она болеет, заболела. Игорь Третьяков у нас болеет. Люба. Ну, Любовь Петровна, она все время болеет. Людочка у нас с нами. Слава Богу, аллилуйя. Вот Аня, меня вот больше всего тревожит она. Столько она в больнице пролежала, и сейчас она выписана. А где она? Кто она ее дома. Посетил? Дома она с ну, надо с посетить. Не сказала же это. Мы с ней на связи. Вытаскаем инфекцию. Она дома. Я завтра раз приехала, там и Николай дома был, и как бы все нормально. Они же там не лежат в лёжку. Нет, она не лежит, нормально. Ну что, ладно. Ну, Александра еще хотела вот про Александру сказать. Она сделала на второй глаз операцию. И эта операция кто? Не очень удачно Александра прошла. Михайловна. Кто? Александра Михайловна. Она на один глаз сделала операцию, все удачно, хорошо, прям так все это. Она сделала на второй глаз, а на второй неудачно. Сразу кровоизлияние было очень сильное у ней. Капало каждые полчаса. Она сейчас капает. И капает. Она с утра вот встает, начинает капать, пока не спать не ложится. Через каждые полчаса. И что-то там опять воспалилось, и что вот сейчас поеду к ней. Нет, она вчера сказала, что у ней получше. Я вчера звонил ей, поедет она или нет. В храм. Она говорит, ну, говорит, у меня сейчас, говорит, я говорю, как у вас она? Ну, у меня, говорит, получше, но я, говорит, все равно еще капаю, поэтому мне надо каждый час капать. Я говорю, ну тогда давайте еще капайте, конечно. Попрошу. Да. Ну, у нас вот Галина еще путешествующая, не сказали. И да. Сегодня, вот сейчас он поехал, 12 часов, я еще успею, может, его увидеть. У меня муж уезжает, помолитесь за Константина, уезжает на Дальний Восток. Насколько, неизвестно. На поезде? Нет, он сейчас уезжает в Новосибирск, там самолет, и во Владивосток, и там из Владивостока еще с тремя пересадками в какую-то там таракань. Вот. Уедет или на неделю, или на 10 дней, или на 4 месяца. Там все будет там, ясно, а на что месте. Там делать-то будет? Ну, по работе постоянно устанавливать оборудование. Поэтому, возможно, говорю, к Пасхе хоть бы вернуться. Помолитесь. Один едет, это опасно. По работе.
Да там нормальные места. Чуть не переживай. Там зэков. Куда дальше? Это Владивосток уже там. Да. Нет, Владивосток это цивилизация, это город, это там в лес. Он оттуда тебе будет слать крабов и красную икру. На материке, не на берегу. Ну и что? Там все равно это полегче. Никого там не легче. Там как раз легче здесь купить, чем там. Я был там. Так, ну давайте еще вернемся к болящим. Хотел подбодрить, не дали. Валентина Барышникова, что известно? Барышникова, ну я тоже с ней разговаривала, она... Ну, в своей паре она также недомогает. Ну и я не знаю с деньгами, как у нее. Потому что сейчас она просто приехать не может. То, может быть, до пенсии вот сейчас. Пенсия, так, еще что? Еще кого не вспомнили мы? И то можно. Антонина была сегодня, слава богу. Уехали они уже. А где это? Лена-то уехала? Николай, Поле их ее повезли. Что у него поле-то как? Ну еще ничего не писала. Говорит, еще болеет, она говорила. Болеет. Ну я в тот раз рассказывал про... У меня был в интернет-сообществе подопечный мой, оглашенный. Вот Антоний его, Ермолин фамилия, он из Санкт-Петербурга. Вот у него рак, внутри там желудки, что опухоль какая-то злокачественная, все уже там определили. И у него была позавчера операция, вчера его сделали операцию, и он в реанимации. Сказали, что ну, операция прошла удачно. Ну, то есть теперь, ну, какие последствия, непонятно. Но тяжелое положение Антоний. Благочестивый человек, он давно уже, лет 20, он из храма не вылазит, постоянно в храме. Но вот где-то года 3, как он подсоединился к нашим занятиям и дозревал, вот в этом году дозрел, вернее еще в том, попросился на оглашение. Будем молиться. Еще я забыла, простите, Игнатий Тихонович просил, и по интернету Ольга, у ней тоже рак, тоже она больная очень. Какая Ольга? Ольга. Еще одна Ольга. Ольга, да. Еще одна. А как фамилия? Тата умерла, я не знаю. Ну, какую Ольгу вы просили? Какая? А какую Ольгу болящую вы просили молиться? Болящую? Да. Интернетовская. Это главный помощник наш здесь. По интернету. Ну так и здесь, здешняя. Это наша, а это про этого говорили, это что я знаю. И чужая. Рак. Еще я можно рак, еще скажу. Ну у него рак, вот когда... Вчера, кажется, операцию делали. Вот да это уже, мы сейчас про него рассказали. Когда говорят, ладно, это сам батюшка объявляет, головы преклоните, и я смотрю, многие крестятся, а креститься не надо, просто надо голову наклонить и все, больше ничего не нужно. Так, еще помните о наших братьях, которые находятся в горячей точке. Александр, Максим, Никита. Они сейчас едут туда. Уже отправляют оттуда? Уже едут 3 дня. Из Омска? Ну, Ирина же написала, что Никита в Джанкуе. Виктор Андреевич, еще Евгений при... Евгений? Евгений. Угу. Кто-то меня просил, я не знаю, из наших или кто-то... Я... Забыл, кто просил. Я знаю, молюсь, но этим же к воинам его. Да, да, да. Евгений. Значит, Александр, Максим, Никита, Евгений. На Донбасс уже. Все. Так. Еще у кого есть сообщение, просьба, пожелание, благодарение? Может, я, можно я? Да. Людмила Степановна, давай. Я хочу всех поблагодарить за то, что мне вот посетили. Ходили ко мне, и благодарю я Юю, она обо мне так позаботилась. Ну, вот мне, знаете, больше всего как-то это, мамочка твоя, Валентина Арефьевна, она как-то так это восприняла, и какая-то, как будто мне даже было неудобно вот от нее, вот, потому что она прямо, если там что-то там, это все в пакетиках, все. Я так разворачиваю, вот у меня аж это, нашла телефон и позвонила ей, и долго-долго мы с ней разговаривали, первое это самое. Думаю, ну надо же, вот такая благочестивая у тебя мамочка, вот это тебе повезло, что у тебя такая мама хорошая. Дай Бог спасения. Она ответственная еще. Заботливая.
Да, и заботливая вообще, все. Да вы что? И сама потом. Он не приехал? А вы и приносят, и сейчас снова это. Я говорю, а кто? А мы не знаем, кто. И я не знаю. И это самое. Я смотрю, я ничего не могу понять. И потом, когда уже узнала, что это мама твоя, думаю, ничего себе. Он там что-то был занят, я поехала. Я говорю, зачем же вы так? Ну, зачем ко мне-то вот уже? Вы там кому-нибудь далеко не сходите. Вот очень даже это. Твоя мама меня вообще... Растрогала. Не то, что растрогала, она такая вот, ну, вообще вот. Я же знаю, что она, мы приходим только на там ТТТ. И тут такая вот. Так что у тебя очень хорошая мамочка, береги ее, не расстраивай ее, пожалуйста, только. Ну, и вообще все хорошо, все звонили, все со мной там общались, разговаривали. Я благодарю всех. Слава Христу, аллилуйя. Особенно, он у меня напрямую финишную вывел. И чистит меня по полной. Ты вот финиш идет туда. Да, туда это самое главное. Тем только и занимаемся, читать больше чем. Да, и смотрите все под ноги сейчас. Сейчас гололед внизу, вот, сверху снежок. Вот не под ноги, а вперед себя. Вот меня в детстве учили всегда. Родителями говорят, смотри под ноги. Но я наклоняюсь, смотрю под ноги. Ну, понятно. А впереди-то я не вижу, что. И, конечно, запинаюсь постоянно. Под ноги смотрю. Не под ноги, а впереди себя. Неправильное выражение. Вот в народе укоренилось это. Устойчивое неверное выражение. Да, да, да. Ну, под ноги это значит ориентироваться. Взрослые уже это понимают, а дети вот они... Вот я. Да, взрослые падают уже нормально. Уже так рушатся, что как... Кегли. Ну, детей-то зарастет народная компания. Батюшка, следующий приезд будет общее собрание, что ли? Какое общее собрание? Да я не знаю, но... Вот мне то Любовь Николаевна трактует. На какую тему? Я не назначал, я говорю, просто поговорим с тем. Дело в чем, мне сказали, что, говорит... У нас было зарегистрировано второе строительство, а второе строительство нету. Надо, говорит, куда сейчас? Что наступает? Кто-то требует это что-то делать или что? Требуется. Требуется. Кто это требует? Чтобы у нас не было потом других штрафных санкций. А какие? За что штрафные санкции? Людмила Степановна, доложи. А о чем? Где у нас электронное и все остальное? А что электронное? Нет, сертификат. Мы должны установить адрес. Значит, кому будет адрес? Ну, за электричество здесь строитель. Я имею в виду, что юридический адрес общины на строителей. Зарегистрирован на второй строитель. Ну, на второй строитель не было. Ее теперь мы теряем. Все, значит, он должен продолжаться. Я спрашиваю, кто об этом предупредил, кто-то или просит, кто теряет? Никто не просит, она просит. А, ну, какие-то органы. Любовь Николаевна имеет воображение, как всегда Тихонович, вот только что нам говорил на проповеди. И по своему воображению она вот решила, что нужно сделать это. Нет, здесь по воображению не надо. По воображению не надо. Соображением совести. Это надо обсудить. Мы соберемся в следующее не собрание, а церковный совет. На церковном совете это мы поговорим. Все. Простите, ты не беспокойся, Любовь Николаевна. Да. Не надо так это. Отчаянно. Все. Следующее воскресенье церковный совет соберем просто мы и там посоветуемся, что делать. Этот слон добрый. Его не надо в стойло ставить. Вот это вот, когда лезут не свои сани, вот что сейчас говорит, это совершенно никуда не годится. Я ходил в отдел юстиции краевой и говорил, вторая строительная так-то и так-то, а мы, а тем более Маковеев, Валерий Иванович, был у нас здесь сидел. Он говорит, ничего не надо делать этого. Нам, говорит, это такая волокита, узнавать где и все. Это вот просто пустые слова, и притом во вред нам. Не посоветуешь. Батюшка сказал, кто-нибудь предупреждал? Нет. Дальше еще наворачивать надо какие-то слова. А почему не бодрствуем? Спим больше всего. Ну, мы же здесь какое-то аж имеем к этому дому. И... Ну ладно, если когда-то будет уже что-то там... Мы недавно были только там, ну, ходили. На этом оставьте, все зарегистрировано у нас, все, перерегистрация прошла. Батюшка, вам надо будет вечером надо машину? Вечером я машину? Да. Так, да. Что, ты оттуда поедешь сюда? Да и что? Сюда я дойду. Если не можешь, ну, я же подъехал, и все, никаких вопросов. Давайте, а то, батюшка, давайте, а то очень скользко. Да. Ну, а тебе ехать скользко?
Ну я по дороге, но там дорога накатанная уже, все. У него шипы. Приезжай, брат, приезжай. У меня шипы. У него шипы. О, какие. Во сколько? В 7 часов. 7 часов. Ну все. 7 часов. Ждите, дочка. Ладно. К 7 подъеду. Ну что, все выяснили? Нафиг, что вам решайте. Нет, да, я знаю. Так, у нас остатки выбегают, все. Было 16, осталось 13. Это о многом говорит? Еще как. Вот поэтому в такие просаки попадают. Вперед, куда глядеть даже еще не надо. Уже ходатайствуют без нас. Объявлен сбор. Да, трехтомник. Переиздать. Уже примерно 2 года по отдельности стараемся не посылать, а только комплектом. Почему? Потому что 650 только в поездку подарили, а тираж 1000 экземпляров. Кроме того, я положил каждому рожену родиться к ребенку, дарил полный комплект, это не полный, а трехтомник. Выходят замуж, трехтомник. Это все подарки были. Подарки — это одно. Но люди-то, которые где-то живут, они это уже имеют, а у них теперь просят, а нету. И поэтому сбор идет сейчас. Уже сбор говорили, на книги. Не надо, а? Сбор на книги, на издание. На книги, только на трехтомник. Сколько кто может. И скажешь, я дал-то там столько-то, мне нужно 2 экземпляра. Они тебе будут, как только после Нового года уже будут, с типографией договорились, все уже. В России искали, там дешевле оказалось, чем здесь. И над этим люди работают там. Коллекторы, впрочем, первый том, второй, третий. Посмотрели, как можно это ужать, что-то объявление там сделать. Ну, работа идет очень внимательно. И поэтому заранее это уже объявили нам сбор сделать. Вот я говорю, сбор сделать, кто-то поднял руку, сколько, чего нет. То есть выметутся, и как будто не было никогда. А потом пришел, дай, а его нету. Вот эта комплекция сейчас полностью отпадает. 45 тысяч стоит. Всегда стоило 750 евро. Если отсылается за границу, 1260 долларов. Ну, в разное, там и в Ирландию, и в Англию, в Америку, везде было. Но вот эти книги-то еще есть. Почему? Потому что никто не считал. А когда одну хоть книгу прочитали, теперь давай мне все. И каждый день из этих книг проповеди, которые я говорил, выставляют отдельно в интернете, отдельно стихи. Вы рядом сидите, не знаете, не интересуетесь. Вы сами подумайте, ладно ли это? Вот полный комплект, чтобы мне издать по сегодняшним деньгам. Я не ходил, не собирал. Пришлось заплатить 55 миллионов. При минимальной пенсии. Ну как сделать? Как Бог делает? Вы посмотрите, вот допустим, мы как бы в частном доме находимся, а там написана краткая биография нашей общины где. Посчитайте еще раз. Это никак нельзя придумать ее. Это только Господь может сделать. Я наших голубям смотрю у себя здесь. Вечером не трогаю, чтобы не тронуть их. Почему? Потому что в 2 гнездах они вывели. Один уже оперяются, это недели 2, а в другом, ну, прям маленький совсем. Я вчера вечером забеспокоился. Никаких признаков, все голуби залетели, полная тишина. Уже темняется, взял фонарик, зачем лезу? Не знаю, что-то неладно у них. Понимаешь, Господь полагает даже об этой маленькой птичке, без всяких договоров, ни сигналов, ничего нету. Я сразу посмотрел, которые, те прижались, видно, что маленько держатся. А это один мертвый, а у второго со спины вырвано что-то. А этот, видно, на взлете он застрял, голубь не вылетает, он не знает, куда в темноте летит. Они в темноте не видят, ничего нету. Что это? Зверек какой? Ну, не мышь еще пролезть не может. Видимо, она оторвала у него здесь, а он сдернулся. Ну, а отец или мать там, голубь сидит, он сдвинулся, и все, их нету. Почему я туда полез? И таких-то случаев сколько было? Вот здесь вот, откройте, 15-16 том. Примерно 80, кажется, 2 человека, которые написали, как они пришли к Богу, как пришли в общину, и как они смотрят на то, что тогда еще говорили об объединении. Писал? Нет.
Ну, все, которые были, писали здесь. Хотя пока вас не было, тогда не писали. Здесь вот Марина Геннадьевна все написала очень подробно, обширно так. Вот, ну, все писали. Я стал теперь обрабатывать по отдельности, брать, в интернет выставлять, только еще три выставил. И говорят мне, несколько человек одинаково живут в разных местах. Ну, допустим, вот Игорь написал этот барабаш, а отец прочитал, это ты не сам писал на меня пока, это он тебе писал. Отдельно писали дома, вы помните как, с указанием телефона. Ну, дальше я еще в конце ставил место писания, которое более всего отвечает этой биографии. Елена пишет. Это была лучшая потенциальная пара. Как они там познакомились, он учился на третьем курсе, технический университет где. Ну и с кем он был близко знаком, с каким человеком там наши тоже это люди были. От кого он это узнал? Однажды захожу, говорит, в университет объявление, что у нас занятия идут. А он никакой веры не было. И он пришел, и ему Господь открылся. Теперь-то на танцы-то не идет, а танцы и занятия в одно и то же время. Она не идет, Лена, вообще никак. Но и терять его она не хочет. И в конце концов осмелилась, и однажды пришла. Вы знаете, она у нас старший учитель по Теряевке, Елена Анатольевна. Я, говорю, только пришла, села. Вот скажите, говорит, этот человек меня никогда не видел. Как он мог отвечать на мои вопросы, которые меня в церковь не допускали? Мне это говорит. Ну, называет по имени, отчеству там. Я отвечаю на все вопросы. Я этого не знаю, если бы она не написала. Другой пишет. У меня было 7 вопросов. Я ходила к священникам, никто не отвечает. И вот что, еще за дверями слышит, занятия идут. Мы с Игорем Владимировичем вели, за кафедрой стояли двое. Я только дверь открываю, слышит, о втором пришествии Христа, допустим, говорит. Впереди сидящая женщина, вот здесь перед кафедрой, встала, пошла, там где сзади одежда у нас лежала. Я на нее посмотрел и стал отвечать, говорит, вопросы по порядку, в каком они у меня есть, на все вопросы получила ответ. Как это может быть? Я могу ответить никак, я не отвечал. У меня нет таланта, прозорливости, прожорливости есть, а это нет. И как? Ну вот как есть. Вот посмотрите, когда биография нашей общины. Я вот сколько живу, в жизни мне еще ни разу не пришлось назвать кого-то рядом и сказать, Игнатий, ты где? Ни разу, нигде. У меня есть такой ролик, стоит 80. 80? 40. 40 Владимиров. Вокруг меня 40. 40, которые помогали, это Баварин считают, те, которые близко были, вплоть до президента, я с ними связан был. Один Владимир, у нас рукоположили чтеца 4 Игоря, все 4 Игоря, из них еще Игорь Владимирович, еще 2. Ну, это же не клен. У каждого имя должно быть, какое-то вот здесь вот, сейчас Ирина там, его Никиту взяли, ее, этого, до фронта здесь. А она стала ходить на наши молитвы, у нас через 2 часа молитва идет, дозвон, и сразу на молитву становимся. А вдруг ее не стало. Я подумал, что она заболела, нет, а мне ответили из Потеряевки. Дочка ее, вторая Лиза, родила ребенка второго. А как детей назвать? Первый ребенок. Ни у нас ни одного этого, такого здесь еще не было. Вот второе назвали Пелагея. Это не такое уж имя-то, оно все-таки где-то звучит где-то. А это какое-то там первое имя, там Полиев. Евлампия. Евлампия. Это у нас был в деревне мужчина. Евлампия. Я не встречал нигде. Видите, у Игоря старший Терентий, второй Иеремия. А когда библейские имена, их не надо, по именам смотрят, какой день родился, и там из этих... Который нас крестил, он никогда ни с кем не советовался. И что интересно, мое имя встречается очень редко. Игнатий Ростовский чудотворец. Говорит, я мощи не признаю. Я в Ростовской области, там у нас ставка была. Звоню, хожу, и хотя где, в честь кого я назван, Игнатий, митрополит Ростовский чудотворец. Я хочу поклониться его мощам.
И звоню в епархию, в митрополии, никто не знает. Я против, я ищу. А они за мощи, никого нигде нету. Вот, видите, я начинаю просто здесь уже подкапываться под ней. Ну как же так, вы же меня в этом обвиняли. Я приехал, никого нету. И так я не мог достать, ничего нет. И вот смотри, старший у меня брат был, Самуил, много Самуилов. Ну один был Самуил Яковлевич Маршак, переводчик, поэт. А теперь из знатных людей кого-то назовите, Игнатий. Игнатий Богоносец. Это младенец, которого Христос брал на руки. Младенец и говорил, таковых есть Царство Небесное. И Игнатий, чтобы встретился, я не знаю, но чтобы Тихонович, никак. Это, наверное, на несколько миллионов надо. И вдруг, оказывается, была крестовоздвиженская община, за которой мы боролись, этот планетарий. И был священник Игнатий Тихонович. Там посчитайте. Как это, случайно, что я на нее вышел? А в какой день я названы? Рядом стоит Евтихий. А Евтихий еще реже встречается. И он делает у нас епископом. Вот это нельзя случайностями назвать. Нет, это вымерено все было. Я только еще подбираюсь к главному. Поэтому, когда у нас что-то бывает, надо посмотреть, а от чего это? С чем это связано? К чему это приводит, если мы будем делать? Для чего нужен Новый Завет? Он открывает людям глаза. Полное толкование Нового Завета. Блаженный Апифилакт толковал до евреев, и дальше ни слова. Здесь 432 страницы, посвященные апокалипсису. Я толкование на апокалипсис, я даже не знаю, сколько было. И сектантские там, и иеговистские. Ну, здесь даже возьмите Олег Синяев, там другие высказывают свои, пишут прямо здесь. Это отец Геннадий Фаст. Даже близко ни одно толкование не подходит. Он берет все, от первого пророка до последнего, куда каждому место разнес. Я говорю это, как знающий, о чем говорю. И вот последние дни обвинение против меня вышло по этой книге. Для меня это очень важно. Когда это? А? Когда это было? Вчера. Да? Да. Это вчера было. Значит, против меня много выступают, и они везде раз, и ничего нет. Вот сейчас на суд-то там сделали, скубарили это дело-то, а суд-то закончился, ничего и нету. А и совесть-то мучает, они сейчас мечутся, всякую гадость пишут. Ну, даже нельзя выразить, почему это награда моя. Я каждый день молюсь многократно, ночью молюсь о них. Теперь они ничего не могли. Вот мазаем мы эти сваи отработкой, они землю отравляют в органы. В органы власти, а власть нигде ничего не отравлена. А не другое. А вот, знаете, вот там-то у них не зарегистрированы дома. Они купили, а на ноги не платят. Но человек съехал, проехал, дом бросил. Или купили, кто там будет платить-то? И опять ничего нету. И прямо открыто выступают в интернете, и прокуратура обращается. То есть безумие полное. А что будет? Один Бог знает, но только добро ни одного не было, который восставал. Меня кто судил? Главный был там прокурор Мордвинов Яков Иванович. Я еще не вернулся, он уже ушел, как говорит Солженицын, уже скопытился. Он сидел, там такие брежневские брови у него. Я говорю, ну, Яков Иванович, ну все равно вы меня судите. Ну сейчас злите, давайте по-хорошему закончим, подпишите, я поехал. У меня свой срок, своя молитва. Так вот здесь остановились, что я добавлял многое. И это совсем не блаженный Апифилакт. И находятся люди, которые тоже не считали. А кто их натравляет-то? Грек с Греции Александр. И там рядом с ним какой-то Митрофан или кто-то. Они со всех сторон там подъезжали. Ну, их везде заблокировали. Ну, вышел с книгами. На меня один раз поговорили. Я вижу, он ничего не знает. С греческого. И... Исказил. Игнат Тихонович, исказили вы. А? Исказили толкование. Исказил, нет, исказил, добавил, там убавил, там так, другое там мне уже пришло где-то. Я объясняю, как я встретился с этим. Как только я обратился к Богу 27 сентября 62 году, и собираются люди, и все по-разному толкуют. Сект очень много раз. Латвия, свобода. У меня одна должна быть какая-то голова здесь. Ну как узнать? Я ни Златоуста не считал, ничего нету. Я только молиться начал. Молюсь, работаю на корабле, корабль сломался. А какое отношение имеет? Слушай, имеет,
Нас отправляют из Латвии, город Вентспилс, в Клайпеду, Литва. Там ремонтный завод. Но я еще не знаю, что меня там ждет. Какой Шилшлемс. Шилшлемс, это у них баночки такие, блюбеты написано. Шилшлемс, плевательница, чтоб ты куда сплюнуть где-то. И однажды я вижу, идет такой благородный мужчина, ну видно, что в годах, такая окладистая нетронутая борода, и мы как-то разговорились. Я сейчас ничего не могу восстановить, но он меня пригласил домой, и у него блаженный апофилакт. Я что пришел туда, ну может быть поближе познал, но что апофилакт дал мне, я сижу скорее записывание, а у него две дочери. Вот я любил очень косы, а у них ниже пояса. Две. Я сижу там где-то в комнате занимаюсь, а то одна пройдет, то вторая. Я никого не вижу, так один раз глянул, и, ну а мне-то уже 23 года, 24. Я скорее писать, прихожу утром рано, вечером поздно, до 24 главы Матфея дошел. Ну скажите, у кого это было? Вы найдите где-то в мировой практике, чтоб так было из другого города, сломался корабль, его привезли, а тогда вообще нельзя было найти нигде. И... отремонтировали эти 24-й, я замер на этом. Но уже до 24-го теперь я все знаю. Дальше ни слова. Дальше моя биография идет. Когда прижали меня там, узнали, что я пришлось уйти, работаю, уезжаю, там не получается. И, наконец, я в Пензе. Город Пенза. Там я узнаю, журнал был «Ревнитель» миссионерский. 1400 страниц подшивка. Вот там меня сделал этот журнал православный. Православный, объем большой, он, это форма такая, как вот журнал «Огонек», и даже больше, кажется. 1400 страниц. Я примерно его законспектировал 5 раз. Почему? Готовлюсь к аресту. Меня возьмут, я забуду. Я теперь в Москве прячу его, в других городах, где знакомые были где-то. Найдите еще, кто так делал. Это 1400 страниц. И кто мне дал? Кто должен от меня прятать? Пресвитер Баптистской общины. Ульянкин. Это никогда бы этого не сделаю. Он помог мне стать миссионером. Я знаю теперь, как с сектантами бороться, говорить, привлекать, раскрывать. Теперь это у меня все отображено в книгах где-то. Кальнева. Но это еще не все. Дальше я еду в Новосибирск, приближаюсь к дому. Там по Пензе был батюшка, тогда его в армию призывали. Я остался один, срываюсь в Новосибирск. Зачем? И останавливаюсь в том доме, где есть блаженный апофилакт. Теперь с 24-го главы Матфея я успеваю законспектировать все, но откровения нигде нету. Вот это путь какой к этому шел. Теперь это, когда появилось, ну я рукой переписывала, а вот Алевтина Пантелеевна сидела, она говорит, тебе надо машинку иметь. А тогда машинок не было. Ну где-то списываешь пару организаций, надо узнать. Ну узнали, буква мягкий знак, она чуть повыше была, меня сразу бы нашли по этой букве где-то. Мы ее приобрели, и теперь я сижу печатать, десятипальцевый метод. Я начинаю делать это дело, и теперь еду в церковь, руки в рукавице. И кто-нибудь разговаривает, я стараюсь за ними, они не вешают, а я сижу и печатаю. Не глядя, в темноте, зарядил и дальше. Так и было, прямо только лист, видно, где белеется. Я напечатал 1000 страниц, и вот этот вот блаженный апофилакт, у меня теперь переплетенный свой, что я оттуда взял. И по этому вот материалу я преподаю в разных университетах. Это чудо. А о том, что у нас будет издано и будет полностью, это уже интернет поможет. А в интернете оказалось переводов этих столько, как Библия. Там и епископ Касьян, и другие наши переводили. Я нахожу, что синодальный перевод самый наилучший, не только у русских, а вообще в мировой практике. А здесь я опыт имею, огромный опыт уже имею, переписывал от руки, перепечатывал. Я из этих вариантов перевода блаженного апофилакта выбираю самый приемлемый. Но там явно видно, какие слова говорит, а другой, то есть кто переписывал, переиздавал, они поняли, что не слишком ясно, добавляли, и хорошо добавляли. И у меня оказалось, сейчас есть еще старинное здесь издание, там, 13-го года, Новая Зеландия, там, православные, из разных. Я это все в совокупности беру и снова по интернету ищу. Лучше нашего перевода нету. Кроме того, здесь другим шрифтом, отчеркнутой строчкой, комментарий стоит ИЛ.
Я даю комментарии. Почему? Увеличивая слова, где говорит о необходимости проповеди, о любви к Библии. Это повторяю, буквально вдалбливаю это. Зачем? Затем, что книга мертвая, а здесь она сразу ожила. Вот кто после этого говорил? Знаете, Брещанинов об этом говорил, Феофан Затворник. Ну тогда-то не было этого. И ни в одном нигде не было. У меня есть 319 комментариев. Они все вместе собраны в пятом томе. И поэтому сегодня, которые начинают нападать, они ничего не знают. Переводы разные. Иоанн Златоуст. Если бы он по отчеству, Иоанн Секундович. Отец у него Секунд был. Он стоит за кафедрой, и у него 4 перевода. Это Септуагинта, перевод 70, Симах, Акила, Педатион. И он ни один не отвергает. Ясно дело, что они слово в слово не сходятся. В одном месте говорит, и львы жаждут добычи. А в другом переводе написано, и богатые нуждаются в хлебе. Так это львы, которые пожирают. Это я вот посмотрел по всем. И кто-то отрицает, нет, я Златоуст не отрицает. И у меня нет нужды отрицать. Поэтому у нас взято где-то, я вижу, там он говорит, был в Болгарске, в Болгарии был, и там богомилы, разные ретики были, которых нету сегодня. Зачем это тащить то, чего нету? Я это все убрал. Вся эти борьба там с сектами, которые не существуют. А где нужно, я обставил хотя бы кратко самые ядовитые сегодняшние секты. Потом они отобразятся в других местах. Ни одного места в предложении местами переменять нигде ничего не делал. Ну, раз разные переводы, это говорит, люди знали, что делают. Тот вариант, который здесь вот я его взял, это наилучший вариант, и он доказал себя, сколько людей обратилось через это. Вот. Это вот, ну, со вчерашнего вечера мне пришлось все это объяснять, показывать. Чтобы люди увидели. Те, которые нападают, у них ничего нету. Я их знаю. Но они услышали, кто-то говорит против. Против. Он сразу голосует. Против меня. Они заплатят большие деньги, лишь бы их свалить меня. Ну, никак. Не свалить им. Не свалить. Да. Милостью Божией. И вот смотрите. У меня в общей сложности на 3 канала примерно 25 тысяч фильмов наших. Ролики называются. И очень популярный один ролик, он называется так. Завтрак, точка. Как хорошо жить в деревне. Больше ничего нету. Мы за столом сидим, где в лагерь, на кухне. Сергей Павлович, там ему батюшка дал что-то, закололи корову или что-то, он такие кости там держит и... Ну, а мы-то сидим, здесь Никита сидит, Володя, я, кажется, больше никого и нет. Там ничего и нету. Но вот как мы именно едим, там такое распустили, это такая энергетика. Даже больной желудок выздоравливает, смотря как они едят. Аппетитные, какие слова говорят. Так исцеливается. Это я открыл, и посмотри, что. Просмотрели его на вчерашний вечер. 1 986 184. Почти 2 миллиона. А там ничего и не было, я даже не ожидал, что это будет что-то там. 80 700 у меня подписчиков. 879 комментариев. У меня никогда столько не было. И отрицательные, ну, может быть, 10 или 15 было. Все остальные положительные. Мусульмане, там, с каким они восторгом. Вот так, с такими русскими мы можем дружить. Ну и дальше все такое. Я сейчас отдельно это все выбрал. Ну, там бывает где-то ругательное, выбросил это дело. И отдельно ролик поставлю, что значит эти комментарии. Я останавливаюсь на том, что вот мед заказывает. Кто-то подсел, сказал, мне дайте. Ничего нет, кто-то там заплатит, батюшка, мы ему отдадим. Почему трудно ли мед заказать? Понимаете, вот... Я просто делюсь опытом, скажу, ну вот вы говорите, я делюсь опытом. Он приезжает, Геннадий Павлович Шерстобитов, продает мед, они его в банках, в трехлитровой банке. Ну и, кажется, 1000 рублей тогда стоило у него. Я у него беру, сколько банок нужно. Он обычно маленький такой, вот маленький мне дарит, потому что я его рекламирую везде или что-то. Его мать с моей работала на пасеке вместе. Я ему даю одну, вторую. Он смотрит это...
то ли деньги печатаете где-то. Я взял 35 банок. Из них ни одной себе не взял. Я их сюда переслал. Помните или нет, как раздавали все мы бабушки, которые нашлись. Почему? Вот поэтому так обильно мне все удает. 35 банок. Опять скажу, кто это сделал? А почему? Я почувствовал, эти бабушки никогда не будут. Мед это не какой-то продажный, а настоящий, не с сахаром перегнатого. И это не просто бабушки, это сестры мои родные. Было такое? Нет. Да. Я говорю, маленько, думаю, раскошельтесь на книге, опять же за то. Вот сестра сидела, она записывает, сколько есть. И потом мы будем где-то отсылать. Сколько вы дадите, сами решайте. Люди иногда присылают, а можно я с десятины? Можно, можно, но только я тебе книги не продавать, а только дарить. И желательно священникам. Потому что идет торговля, а где торговля, десятина не нужна, она поганится просто. А где вот на десятину есть, туда и отдавайте. А как? Драгоценнейшее наше. Вот я говорить, а кого уже? Сколько? Даже могу сказать сколько. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 10 человек. 10 человек. Не больно-то нуждаются этим. А было-то больше, наверное, на богослужение-то, так? Я еще хочу разбудить. Встань спящий, воскресни из мертвых. Я сегодня смотрел, одна наша сестра. Вот. Спит, я ничего не могу сделать. Сидит. Раз, вздрогнула, голову кверху подняла. И тоже с этого, ну, 3 секунды проходит опять. Опять проходит, сколько там, ну, 10 секунд, ну, рядом же. Опять голову поднимает. Подняла, у нее даже нисколько не задержится, вверху, а сразу начинается вниз, голова пошла. Что это означает? Это означает, требуется помощь, молиться. Человек не может выйти из этого состояния. Состояние очень тревожное, человек хороший, нужный. А выбраться не может. Просьба, даже не зная кто, потому что помогите. Помогите. Я, можно сказать, каждый день об этом говорю. Потому что это не само по себе. Макарию Александрийскому было показано. Лукавый проходит, по векам задел, как у мертвого, глаза закрыл. А цветы бросил, и цветок прилипает кому-то. То сразу благовидная причина появляется, чтобы выйти на улицу, показать что-то и до свидания. Это вот немногое, что хотел сегодня сказать. И относительно перерегистрации еще ничего, это даже батюшка сказал, кто сказал, откуда? Не надо. Нам, я ходил туда, как староста, и мне ответили, ничего не надо. Зачем нам документы эти? Мы знаем, где вы находитесь. А что это даст? Еще нет, везде ломают. Мы не регистрируем, чтобы нам каждый день за вами идти. А они нас здесь были, Волобоева, это была, как ее называют, Марина Маратовна. Помните? Такая была греча, это, как ее сказать, турчанка. Помним, помним, да. Чтим. Ну все, молиться. Я что сказал, вы хотя бы за неделю вот сейчас попытайтесь где-то что-то как-то сэкономить, достать. Какой вы оставите подарок? Игорь Тихонович, я, может быть, опять тоже полезу не в свое дело, потому что вы хозяин здесь, на этой территории, в этих домах. Но вот меня беспокоит, вот сейчас вот рушат этот дом, да. Убирают его. И вот забор, вот эти вот сараки уберут. У нас забора не будет. Да, забор надо. Да. Либо просить у них вот этот материал, который они кладут. Да, да. Может быть, они продают. Посмотрим. Да. Доски есть, они вывозят отсюда. Они уже договариваются и вывозят. Я уже дважды подходил, говорил. Нам нужны бревна. А у них украли инструмент. Они сюда пришли, у вас наружу наблюдение. Может, видели, я говорю, наблюдение, кто ведет, я столько смотрю, а запись идет в другом месте и далеко. Вы не брали? Так что я не могу, они приходили 2 раза сюда, и они прекратили. А до этого я спросил, бревна куда будет? Ну, не знаю, продавать будут, продавать. Кто они такие, неизвестно. Ну, одни, я знаю, они там, это еще не разобрано, край-то. И они затопили, оттуда дым как повалил. Мы, ветер дует сюда, мы вызвали пожарную. Мы же не знаем, дом закрытый. Ну и, естественно, что интересно, я не могу точно сказать, ну, кажется, по моим меркам, ну, не больше 10 минут даже не прошло. Одна огромная машина пожарная, вторая, третья, выбегает молодежь, ребята, где горит? Я говорю, дым идет, мы стоим рядом, ждем. Они туда... Не горит, это печь у них делается. Не наше дело это. Кто они такие? Бомжи тут или кто? Милицию надо. Вызвали милицию. Уже ответ пришел.
кто они, откуда эти люди. Но затопили, а дым идет труба с той стороны, она из дома вот так валит, и то другое. То есть уже у нас какие-то происшествия. Что дальше будет? Не знаем. Ну, когда они это все уберут, что-то будем думать где-то перед самым концом. Сколько надо? Если когда они еще не начинали разбирать, мы могли наняться. Ну, кто будет разбирать? Ты на работе. Вот это на работе. А это на верхотуре. Сейчас как дальше это бревна-то? Еще сначала эту обшивку надо ободрать. Они не могут. Вниз головой свешиваются и там ломиком отбирают. Я хотел бы, чтобы это наше все было, но не получается. Силенки маловато. Вот так. Завершаем. Достойна есть всякого истину, блажите Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истрения Бога Слово родшую, сущую Богородицу тебя величаем. Господи, защити Родину нашу от нашествий иноплеменников, от внутренних распри, от беззакония, которое в тайне. Останови делающих зло. Просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы всех начальствующих, также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе как должно, пусть покаются в небрежении своем и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведно суды Твои на России за то, что оставили Тебя и Слово Твое, изреченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что сокрыли имя Твое, Бога Иегова. Дух Святой да наставит нас не признавать никаких иных богов вопия, Авва Отче. Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение Пресвятая Троица. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Спрашивают, как поднимать руки. Еще раз говорю, где написано. Мое мнение такое, что поднимать надо их на уровне своего, вот отсюда вот поднимаю, никуда не раскидывая, а точно, и как можно ровнее над телом, и как можно выше, ладонь к ладони. Я нигде не нашел этого, но именно считаю, согласно Писанию, везде так. Милостивый Господи, прими нашу молитву воздеяние рук, как жертву вечернюю, благоухание приятное перед престолом благодати Твоей. Господи, Боже наш, соедини наши молитвы с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Ты сотворил этот мир и сохраняешь его, как зиждитель. Ты спаситель наш, знающий все прежде бытия. Услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам. Любящий наш Отец Небесный, ради голгофских страданий и пролитой крови Сына Твоего Единородного Иисуса Христа за нас грешных. Прими и исполни наши молитвы о всех, заповедавших нам молиться о них. Спаси их и помилуй. И мы молимся о незаповедавших, больных, путешествующих, враждующих против нас. Отверзи им двери покаяния. Будь милостив к нам, Владыка. Говори, Создатель, слушай и дослышат рабы Твои голос Твой. Аминь. Аминь. Спаси Христос. Спасибо, Христос. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. Аллилуйя.